Всем бобра, дорогие друзья, с вами Венди, и сегодня мы с вами попытаемся побить Санса в Undertale геноцидном прохождении. Я не взял предметы, которые вы мне советовали, еще, потому что я не успел, поэтому сегодня будем проходить со стандартными предметами, которые у меня были в прошлом прохождении. Это, в принципе, неплохие предметы, но не идеальные для него. Это выражение лица кого-то, кто умер 10 раз подряд. Ну, извини, Санс. Да, я немножечко проиграл. Ой. У тебя нет друзей, говорит. Это немножечко грустно. Готов? Готов! Оп, увернулись. Рукам нужно привыкнуть. Поэтому извините, если я буду огребать первые разы. Поехали, да поехали. Извините, если я буду много раз огребать первые разы. Вот это было плохим решением. У меня еще моя линия жизни не восстановилась. Нужно было чуть подождать, чтобы лечиться. Но, в принципе, здесь я не получил ранений. Оп-оп. Промах. Ну, конечно, как всегда. Да-да-да-да-да. Ой, не двигаться. Бляха-муха. Вообще мажу. Да! Два уровня, вот эти, точнее, два, как сказать, момента. Первый уровень и момент. Ну ты понял, я называю уровни, это вот эти вот. Какие костяшки нами летят. Вот, два моих самых нелюбимых, это самое начало, потому что я не умею особо хорошо уворачиваться еще. И вот это, стой, двигайся, потому что я тупо не успеваю двигаться и стоять. Ха-ха-ха, не поймаешь. И упал. А вот дальше все уровни я могу проходить вообще, по-моему, без ранений. Ну, по крайней мере, когда я проходил это на стриме, так и было. Я не получал ранений почти что от всего этого. Так, вверх, вниз, не рыпаться, тихонько, просто пролететь. Убей меня. Я заслужил это. Я вполне это заслужил. Я не понимаю, почему этот голос, который... Я так понимаю, это Асгор, да, со мной разговаривает? Почему он мне говорит, Додос, оставайся решительной? Ведь все, что я пытаюсь, это убить всех его друзей. Кстати, я не обещаю, что в этом сегодняшнем видео я пройду Санса. Я пройду его в следующем видео, я уверен. Если я не пройду его в следующем видео, я просто буду его пытаться, пока не пройду и нарежу это. Но это видео я оставлю без монтажа, чтобы вы видели, насколько сильно страдаю. Не думаю, что я буду много считать, еще много. Поэтому сам посчитай, сколько раз ты умираешь. Мы начнем с 12. А, походу, не может уже просчитать, сколько именно я раз проиграл. Готов? Еп. Ну, нормально. Лучше, чем в прошлый раз, по-моему, да? У меня чуть-чуть жизни осталось. Это уже хорошая новость. А вот там мне все же стоит покушать. Легендарного героя съем. Потому что вот здесь мне нужно... А, нет, стоп, не в этом уровне. В этом уровне я даже ранений не получу. Вот слушай меня. Вот я сказал, что я не получу. И я не получил. Оп. Ха-ха. Отлично. Вот этот вот уровень меня бесит просто. Потому что я не умею его проходить. Это надо стоять и прыгать. Стоять и прыгать. Но это сердце так долго опускается, что я не успеваю этого делать. Хотя, все равно я неплохо пошел. Я чувствую шансы. Вот здесь, я думаю, я не получу урона. Если вы хотите почитать, что именно он рассказывает, посмотрите предыдущую серию. Я там все читал до этого момента. Поэтому, да, если вам вдруг интересно, что именно он мне трендит там, предыдущая серия, она в описании. И там я все переводил четенько, хорошо. Ага, костяшками меня своими не танешь. Изи. Дальше все достаточно легко, пока он не войдет в свою вторую форму. Вот вторая форма, у него просто лютый звездец. А, ну еще один уровень я не очень люблю здесь. Оп, оп. Чуть-чуть. А-а-а! Окей. Слишком много рассказывать про то, какой я офигенный, тоже не стоит, потому что он может меня дать по щам. Вот этот уровень вроде бы вот так вот как-то проходится, да? Я что-то пролетаю, а, ну и умираю. В принципе, это неплохая тактика, мне кажется, да? Да, хорошая. Легендарный герой. Вот. Вот здесь я абсолютно не умею это проходить. Я думаю, для вас, ребят, для некоторых это легко. Но я вообще не умею. Я всегда здесь получаю урон. Хотя бы сколько-то, но всегда получаю. По-моему, не было ни одного раза, когда я не получал урон там. Нормально. Хорошо. В нижний, главное. Ты... Все хорошо. Е-е-е. Я не буду лечиться. Пусть пойдет, как пойдет. Без лечения, без шансов, без шансов. Без шансов. Без шансов! Я все равно слишком много потратил жизни в самом начале. Неважно. Пока что я не настолько бомбезный. Хотя в скором времени, я думаю, я начну от него орать. Но пока у меня не бомбит, пока мне просто хочется пофаниться с этим. Мне очень доставляет, как Санс ведет бой, мне очень доставляет играть в это все. Но минут, наверное, через 10 я не буду такого говорить. Давай просто пойдем. Давай просто начнем, сказал он. Готов? Готов. Здесь легко, а вот здесь...
Вот я настолько обрадовался, что я пропустил момент, когда он попытался меня ударить второй раз. Не буду лечиться. Вот это самый изи. Просто чуть-чуть приподнимаешься, и все. Никаких проблем. А вот следующий напрасно и не полечился. Я пожалею об этом. Припрыгнуть. Я не знаю, как я выжил. Легендарного героя мне сюда, быстро. Взлет. И хорошо, изи. Легко. Вот сейчас я не помню, что будет. По-моему, это будет мой один. А, нет, это достаточно простой. Здесь просто не наглеть и чуть-чуть ждать. И все. Уи. Надо почувствовать себя жабонькой, которая прыгает и прыгает. Это уровень... Не помню. Хорошо, что у Санса всегда атаки почти одинаковые. Вот это легко. Пролет. Я представляю себе, по-моему, вот сейчас, как я орал, это было похоже на Вуки из Звездных войн. Здесь буду стоять, попробую. Да! Это гораздо более годная тактика, чем раньше у меня было. То есть мне надо между этими дырениями прыгать. Прям в них залетать, и тогда... тогда сверху меня не бьет. Вверх главное не запрыгивать. Если я запрыгиваю вверх, тогда меня, скорее всего, надудонит там. Тихонько. Перелет. Слушай, я в предыдущем раунде огреб, конечно, но зато в этом раунде я почти не получил ранений. Что меня безмерно радует. Чё-то, Гастер Бластер, вы немножечко мимо. А, нет, почти попал. Почти попал, но не попал. Что сейчас у нас? Санс, прекрати! Пожалуйста! Почувствуй мою боль! Все так шикарненько шло! Но это побыстрее. Здесь просто нужно чуть шустрее двигать пальчиками, и тогда все будет хорошо. Мои пальчики словно... Автомат? Я не знаю, что я несу. Я имел в виду, что я быстро ими могу двигать, если в этой мини-игре надо. Вот так вот. И лететь вместе с ней, да! Этот уровень я тоже научился проходить. Потому что... Да. О, боже мой! Вот как с этим проходить. Там некоторые так быстро летят, что просто забей. Я не буду лечиться. Сейчас должен быть раунд, который я смогу пройти. Иначе я заслуживаю. Заслуживаю прогресс. Окей, я просто что-то задумался и думал, что по мне так и не попадет. Подожду, мне надо съесть кекс. Или пай. Пирог. Поэтому немножечко подождем. Какая офигенная музыка. 3, 2, 1. Беру. Отлично. 91. Кстати говоря, по-моему, если бы я не съел, я бы умер, да? У меня жизни там почти не осталось на тот момент. О, ха-ха! Я так надеялся, что от всего все же увернусь. Да-да-да, это просто причина быть ленивым. Скоренько. Слишком долго нажимаю, слишком долго пережимаю, получается, из-за этого я... Слушай, ты решил спавить одной атакой? Я, в принципе, не против, но... Окей, я не против совсем, продолжай. Можешь еще раз ей ударить, если хочешь, конечно. Да? Мы перешли ко второй стадии! А разве не было еще момента, когда он должен, по мне, фигачить со всех сторон? Он, короче, говорит, давай будем друзьями, да-да-да-да-да-да-да. Нет. Извини, Санс, но нет. Я знаю, что будет, если это я сделаю. Мне рассказали уже в комментариях. Ю-ху! Ю-ху! Бля-ха-ха-ха-муха! Вы чувствуете, как на вас падают грехи. Но этот раунд я прошел относительно неплохо. Что начинается? Что-то вот это начинать! А, вот. Пошел вот этот раунд, о котором я говорил. Мне нужно просто бегать по кругу и не огребать! Настоящая битва начинается прямо сейчас! Да! Мы дошли до второго раунда! О, господи, боже мой! И чуть не сдохли сразу. А может не надо, а? Воу! Предмет? Легендарный герой? Нет! Не надо! Пожалуйста! Прекрати! Да хватит! Да хватит жену! Драться. Мы уже доходим до момента, когда я чуть не умер. Да,
Хватит! Да блин! Я путаю кнопочки! Неважно, один хп, я просто хочу посмотреть, что там дальше у нас. Хотя мне надо было, наверное, поесть. Однажды ты поймешь, когда нужно выходить. Вот до этого мы еще доходили. Просто лететь по кругу. И не волноваться ни о чем. Один хп. Один хп. И это день сегодня. Вот. Вот это я ни разу не проходил. Вот этот вот момент, он всегда меня убивает. Я все еще не понимаю, как там. Мне надо, наверное, по центру быстренько кружить. Это единственный варик, который я вижу. Но мы дошли со второй, по-моему, или третьей попытки до туда, докуда я доходил в прошлый раз, около часа. Поэтому да. Я думаю, что сейчас мы тот момент пройдем. По крайней мере, дойдем до него. Особенно, если я перестану страдать фигней. Давай просто перейдем к делу. Давай перейдем. Готов? Готов. Подлетели. Пальчики, не отказывайте мне, пляс! Еее! Почти без ранений. Петульхч. Понеслась. Санс. Это легко. Это легко. Легко, но я все равно нажимаю какую-то фигню. Сейчас что у нас будет? Да. Вот этот уровень, который бесит меня. Однако я сейчас почти пережил его. Не буду. Не буду. Я отказываюсь есть. Окей, возможно, это была моя ошибка. Но я пережил. Главное, что я пережил эту атаку. Это достаточно простенько. Главное, как я сказал, не торопиться. Как так-то? Я первый раз там ударился. За всю, по-моему, свою жизнь я первый раз ударился в этом. Вот когда я начинаю выеживаться, я становлюсь слишком наглым. И поэтому беру то, что не должен. Не надо этого делать. Вот здесь я лучше прошел, чем в прошлый раз. Не буду лечиться. Я буду надеяться на свои навыки. Пролет здесь, стоять здесь, запрыг. Запрыг сюда, держаться, пролетик. Да! Походу, вот эта тактика верная. Именно так нужно, вот в эти, между этими палками дырки залетать. Держись, главное, не падай. Нормально. На-ха-ха! О нет, зачем я съел торт? Торт не надо было кушать. Уворот. Где? По мне он не жарит. Ну и нормально. Я как бы не особо хотел, я просто постою здесь, покурю. Ха, найс. Мне кажется, что... Не, ну в этом раунде я просто стою на месте, потому что я не умею от этого уворачиваться. Хотя, относительно неплохо я получил. Относительно немного получил урона, мне кажется. Да в смысле неправильно, пальцы, что вы делаете? Чудо меня пальцы немного подводят. Ждай. Да блин! Ладно, добивай. Да, я готов. Хотя нет, я не готов, судя по всему, потому что я просто начал защищаться на одном хп. Сможем ли мы? Сомневаюсь, но если сможем, вот если мы переживем еще два раунда, то я согласен взять и поесть. Но только если переживем. Если не переживем, тогда нет. Тогда мы продолжаем. И заново идем. Ну, я же говорил. Не смогли, так не смогли. Да, я не буду терять надежду. Окей. Как я и говорил, уже 10 минут, на меня это начинает бомбить. Но только начинает. Еще не особо бомбит. Но понемножечку уже загораюсь. Скоро вы будете видеть дымок из-под стула. Ага, сразу к делу. Да, я готов. Уворот! Мой мозг начинает... Я просто пропустил все удары. Все удары, которые можно было пропустить. Я пропустил. Я буду, наверное, замолкать на тот момент, когда он начинает меня атаковать. Потому что это меня немного отвлекает, из-за этого я пропускаю нужные атаки. Ну, видишь, как бы. Из-за того, что вначале много пропустил, я решил лучше рипнуться. И начать заново. Да, я думаю, что если я буду замолкать, тогда будет все получше. Но я далек от сдачи. Санс, я все же тебя заставлю кушать песок. Угу. Ты все же будешь страдать. Ну,
Может быть, не скоро, но рано или поздно я смогу это сделать. Давай просто перейдем к делу. Ну давай. Чё там ждать? Ну, конечно, бывали моменты и получше, да. Вспомню такие моменты, но, в принципе, тоже неплохо. Жизнь остались, а значит... Осталась и надежда! Ха! Вот сейчас, если я переживу, то все нормально. Я начинаю кушать, и я начинаю жить. Если не переживу, то заслужил. Вряд ли я переживу. Окей! Окей, я живу. Да будет так. Потому что вот тот уровень, я, кстати, кажется, понял, как его проходить. Я на самом деле, оказывается, неправильно всегда его проходил. Чё ты молчал? Чё ты мне не говорил, что я неправильно его проходил всегда? Потому что нужно подпрыгнуть и чуть назад отходить. И тогда все будет нормально. И тогда меня вот эта фигня, которая едет, возле которой нужно стоять, меня не затронет. Шикарно. Вы чувствуете, как ваши грехи лезут к вам на спину. Эй, грехи! Свалите! Вы не можете почувствовать, как это чувствуется. Окей, как скажешь. Без ранений. Мы идем достаточно дурно. Вот тут немножечко плоховато. Первый, самый нелюбимый уровень пройден. Скоро будет второй, правда? Вот сейчас, по-моему, будет второй. Второй раз, когда вот между этими вот. Я их больше всего не люблю. Ну что, на них я всегда огребаю. Мы можем! Я чувствую в себе силу. Потому что именно вот этот уровень всегда забирал у меня больше всего жизней. Да, Санс. Пиши завещание... своим скелетодетям! Потому что в следующий раз я тебя рипну. В этот раз может быть и нет, но в следующий раз я думаю смогу. Ну, может быть и нет на самом деле. Но я по крайней мере... постараюсь. Угу. Много очень получил на этом уровне. Фигня. Хо-хо! Ты видел? Я же сам начинаю уворачиваться от всего этого. И музыка качающая. Это последний момент, да? Да. Это переход на второй уровень. На второй этап. Сейчас мне нужно покушать, пока он дает мне возможность. Да хватит трындеть, что ж такой разговорчивый. Левую пятку героя, да. И поехали. Чё понесется? О, нет. Стоять, прыгать. 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 Прыгать! Вы чувствуете, как грехи лезут на вас. Вот это самый легкий, насколько я помню. Ну, в принципе, от него просто достаточно нетрудно уворачиваться. Нужно просто ездить по кругу. И я получил много урона! Виндя, не могу ты, пожалуйста, перестать говорить в то время, как ты дерешься? Просто звездец! Воу! Успел? Ай! Ай! Да хватит! Слушай, а я что подумал? А он ведь мне показывает рукой, в какую сторону мне надо. Да! Если смотреть на его руку, то проще уворачиваться. Просмотрю на его руку и потом делаю ворот в другую сторону. Я начинаю вспоминать. Сейчас будет тот уровень, который я никогда не могу пройти, по-моему, да? Слишком большой кружок беру. Живи! Ха-ха! Здоровье еще есть. Нет? Лети! Покушать?
смысле? А что ты без руки иногда? Почему она иногда без руки меня кидает? Вот козлина. Он, видимо, чует, что именно так я понимаю, куда он будет бить. Слишком маленький круг взял. Я знаю, что у меня есть лечение, но я хочу без лечения в этот раз. Все это, вся эта битва меня действительно заставляет уставать. Битва заставляет его уставать. Вот это я дошел дальше. Дошел дальше, чем когда-либо. Две попытки. Даю себе две попытки. Если не успеваю, тогда я закругляю сегодня с видео. Но мне кажется, мы прошли достаточно далеко. Если бы я в самом начале не пропустил много ударов, тогда мы бы дошли до момента, когда он устает, и, по-моему, тогда мы его побеждаем, да? Я не помню. Я это... Когда-то чисто одним глазиком по мемасам смотрел, мне когда-то кидали мемасы на эту тему. И насколько я помню, именно тогда мы его побеждаем. Поэтому я, в принципе, очень близок. И мы прожили гораздо дольше, чем в прошлый раз. У нас больше жизни, чем было. Поехали. Я не перестану хлопать, потому что я очень взбудоражен этим. Стоять. Во, видел? От всего увернулся почти. Разумеется, я много пропустил, но я начинаю улавливать, как уворачиваться от этой атаки, которая больше всего жизни у меня забирает. Здесь я вообще, по-моему, ранений в данный момент не получил. Вообще даже пылинку с меня не сдул. Вот теперь будет легонечко, тихонечко, не торопясь. Офичижуительно. Милипусечку получил. Немножечко, конечно, урона, но ладно. Как? Как ты меня ранил вообще? Чуть-чуть получил, конечно, но пока мы держимся вроде бы на том количестве жизней, которое мы купили, да, мы почти ничего не ели в этот раз. По-моему, один только легендарный пирожок съели, и все, я прав. Один легендарный пирожок — это ничего. Я проживу. Я должен прожить. О, нет. И я там еще встал! Да-да-да-да-да, это не может закончиться сейчас. Еще одна попытка, а может быть две, я не знаю. Посмотрим, насколько я далеко пройду. А, это заводит, это заставляет продолжать. Я не то, что прям азартный игрок, но... Когда я близок к победе, я хочу, наконец, добить его. Готов. Не ранил. Да как ты по мне вообще попадаешь? Однако жизни, опять же, достаточно немало. Бесит, что его вот эти лучи, они еще некоторое время остаются. Поэтому от них так легко не увернешься. Я не буду ничего есть. Это вызов. Либо я проживу, либо не проживу. Походу нет. Окей, один хп. Пирог ко мне! Ха! Нормально. В принципе, все лучше, чем я ожидал. Я думал, что меня все же прибьет там. Но, похоже, мое желание жить и победить все же достаточно велико. О боже. Я же думал, что я пролетел. Без еды. Нет, без еды. Опять же, нужно думать, либо ты проходишь, либо ты умираешь. И начинаешь заново. Лишний раз не стоит. Слушай, а я что, могу прыгать?
По-моему, у меня только что получилось приземлиться, попрыгнуть снова. Вот если я это прохожу, то я прохожу. Если это не прохожу, то я не прохожу. Логично? Логично. Е-е-е! Не буду. Не буду ничего есть. Поем, когда он умрет. Вы чувствуете грехи? Да пофигу вообще. Эть. Йоу. Вот это звезда! Но даже ее я пережил. Легендарного героя мне сюда. Это было просто великолепно. Долетел до конца. Риск взял. Очень большой риск. Но риск оправдался. И я не ранился. Вот он. Это второй момент. Я, по-моему, почти без потери еды прошел. Поэтому я съем легендарного героя и продолжим с тобой нашу веселушку. Извини, Санс, но не сегодня. Не двигаться, двигаться. Прыг. Бля! Вы чувствуете грехи? Да и не важно. Меня не варит. Это сейчас он начнет ручками? А нет, сейчас он не ручками. Сейчас вот этого чужой нет. Я два выстрела словил! Все же было так хорошо до этого момента. Нормалец. Настоящая битва начинается сейчас. Е-бой! Опять же, когда переключаюсь на другую руку, я начинаю... Иногда он без руки, козлиная лукавая. Хитрюга! Он иногда руку за себя прячет, и я не вижу, что он рукой делает. Как ты по мне-то попал? Он не должен был по мне сейчас попасть. Предугадала меня костлявая башка. Эй, давай, возьми, окей. Мою жизнь! Yeah. Я надеюсь, больше этого уровня не будет. Чё я творю? Жизни почти не осталось. По-моему, я не ранился, да? Я не уверен, но, по-моему, я не ранился в этот момент. Опять! Я постоянно забываю, что нужно не двигаться. Как так можно-то? Последняя еда, которая у меня есть. Я все равно свою плюху. И опять свою плюху! Сколько можно-то, а? Жизни есть. Пока есть жизнь, есть шанс. Он говорит, все это меня утомляет. Честно скажу, мне абсолютно начхать, что тебя утомляет, а что тебя не утомляет. Я просто буду вот тут ползать. Это было огромной ошибкой. Еще раз. Последний раз. Смогу, не смогу, неважно. Последний раз. Не потеряй надежду. Дудоса. Да, оставайся решительной. Оки-доки. Вот ровно на том моменте, когда он говорит, что он устает, я второй раз уже проигрываю. Ну я удивлен, что я так далеко прошел. Потому что в этот момент, в этот раз я сделал очень много глупых ошибок. Больше жизни, чем когда-либо в другой момент. Если не сейчас, то когда? Я не знаю. Если не сейчас, то когда? Второй раз без потерь. Ай, ладно. Не нужно там париться. Я не умею. Не мое. Покажи мне, на что способен Санс в этот раз. Ты нет. Я да. Логично, правда?
Легко. По-моему, я сейчас играю гораздо более собранно, чем в прошлые разы. Поэтому не обижайся, если немного не буду так говорить активно, как в прошлые разы, опять же. Ай, бляха-муха. Словил рандомную плюху. Чисто. Окей, это плохая идея. Прыгать нельзя, я понял. Я думал, что я могу прыгать постоянно, и меня таким образом не ранят. Я ошибся. Боль. Какая боль. Какая боль. Не буду. Я должен дойти до конца, без лечения. Должен. Смогу, умница, не смогу. Заслужил. Еще один раз. Еще один последний раз. На этот раз точно последний. Я не знаю, ребят, кстати говоря, скажите, стоит ли вообще обрезать Санса, или в следующий раз просто видео подольше сделать? Я не знаю. Сделать его, типа, я думаю, на сколько? На час максимум? За час, я думаю, я его точно пройду. Или же, типа, нарезать его и таким образом пройти его минут за 15-20. Как вы скажете, я думаю, так и сделаю. Хотя, не знаю, я посмотрю, как лучше, как народ вообще будет отзываться. А может, мы его сейчас пройдем? Может быть. Кто говорит, что нет? Может быть, это тот самый раз. Я даже жизни почти не потерял на этом уровне. Ну, тут ничего нечем особо радоваться. Этот уровень... Возьми и выпей. Ой-ой. У меня с мышкой не то произошло, ой, с клавой. На этом уровне, конечно, я немножко ощетинился, но... Тоже ничего сверхъестественного. А вот здесь прошел гладенько. Пройду ли я также здесь? Вот он вопрос. Пройду. Не гладенько, конечно, но прошел. Пирожок мне. Теперь нужно здесь не завагонить. Все же завагонил мальца. Немножечко завагонил. А здесь, в принципе, вышло так-то классненько. Нормальный. Спокойно. Главное не наглеть. И тогда все воздастся. Какая концентрация. Я прошел два самых моих бесячих уровня. Как я эту атаку туда пропустил? Нет! 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 Слишком много. Слишком много. А, нет, нормально. Но все равно лечиться придется. Стейк, левый герой, правый герой. А, ладно. Легендарного героя съем одного и достаточно. Сейчас у меня начнет... Нет, не кидать. Первая его атака без ранений. Это есть хоросё.
Слушай, что ты ускорился-то? Ты всегда медленнее был! Или мне кажется? Он всегда был, по-моему, помедленнее, чем сейчас. Ладно, возможно, мне кажется. Я не помню, чтобы... Лечиться скорее? Ха-ха! Мне чуть этими костяшками снизу не рихнуло. Хорошо. Главное войти вот с ним в синхронизацию с его руками. Однако... Я сейчас от этого, по-моему, вообще ни разу не получу урона. Да, давай, давай, давай. Ау, 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 ау. Боль-то какая! Словил огромную ту его кучу урона. Ладно, это я, надеюсь, переживу. Пережил. Я пережил, конечно-то, да, но... К сожалению. Ой-ой. Стоять. Прыг. Прыг. По-моему, в этот раз я подольше прошел. У меня жизни тем более почти. Слушай, бро, успокой свои пятки. Да ты дурак, что ли? Прекрати! Бросает меня, как пакетик, блин. Ой, чуть четко в меня не влетело. Лечение? Почти не осталось, кстати говоря, лечения у меня. Да, моя специальная атака звучит знакомо. Ну, если ты выживешь, тогда я ее использую. Так что, если ты не хочешь увидеть, тогда, скорее всего, тебе хорошая идея сейчас умереть. Нет, спасибо, не собираюсь. Не стоит. Я съем. Последняя еда. Либо я, либо он. Скорее всего, я, но я постараюсь. Ибо ты знаешь, ну, я как бы не очень хочу умирать. Я прошел дальше, чем когда-либо. Если ты выживешь это, тогда я покажу тебе мою главную атаку. Да пошел ты в дупло! Козлина, ты полосатый! О! В смысле? А-а-а! Да ладно! Нет, нет, нет! Не надо! Не стоит! Прекрати! Но мы прошли дальше, чем когда-либо! Шикарно! Ладно, ребят, я надеюсь, вам понравилось это видео. Мы увидимся с вами в следующем видео. В следующем видео мы победим Санса. 100 пудей. Всем спасибо за просмотр и увидимся с тобою в следующем видео. Удачи!